Черная полоса в жизни, кольцо на окно, ношу амулеты ваши, как быть? У огромного количества людей сейчас черная полоса. Вы, наверное, забыли, что в странах сейчас происходит. Черная полоса связана с тем, что война, как бы ее ни называли, слава богу, скоро закончится победой Украины. И я так думаю, что даже там до середины марта, может, там до 20-х чисел уже даже договора какие-то заключат. Но, во всяком случае, мне бы хотелось в это верить. Я хочу сказать, что изменить жизнь, когда черная полоса, необходимо следующим образом. Понимаете? Есть такое понятие, как радостная жизнь. Проводите медитацию, в которой произносите «мне нравится это, мне нравится это, мне нравится это». Потом проводите медитацию, вот так садитесь и представляете, будто любовь течет к вам в грудь, как будто все люди в мире вас любят. И когда будет течь на вдохе, представляете, будто к вам текут стрелочки. Когда вы будете направлять в свою сторону любовь, даже если вас не любит никто, то автоматически в вашу сторону начнут двигаться деньги. Всегда помните о том, что есть люди, которые могут выделять по отношению к нам любовь. И нам для этого ничего не нужно. Это наши дети, с ними можно поиграться. Они им несложно в нашу сторону направить любовь. С нашими детьми можно посидеть просто, посмеяться. Можно, если есть супруга или супруг, можно его погладить. Хочешь, я тебе спинку помассажирую там? Или ты мой пупсик, знаете, или там что-то сделать для человека и сказать, тебе нравится? Человек говорит, да, нравится. Все, в вашу сторону течет любовь.